Щелковская земля издавна славится своими талантами. Лучшие из лучших приняли участие в конкурсной концертной программе 4-го районного слета работников культуры Щелковского муниципального района. Дать полет воображению, раскрыть творческий потенциал, обменяться творческими идеями в неформальной дружеской обстановке. Слет работников культуры всегда яркий праздник. Мы работаем в едином целом, в едином пространстве. Мы должны обмениваться на уровне поселений достижениями в области культуры. Такие мероприятия нужны, потому что они призваны поделиться опытом. Каждое из поселений по-своему самобытно. Есть свои культурные традиции, есть талантливые люди. 4-й слет работников культуры оригинален новаторскими идеями. В этот раз накануне конкурса для работников учреждений культуры был проведен ряд семинаров, мастер-классов по вокалу, хореографии и другим направлениям. И вот конкурсная программа. Поддержать свои творческие коллективы прибыли главы и руководители администрации всех 10 поселений Щелковского района. Я считаю, что у нас культура на высоком уровне, она способна на сегодняшний день мотивировать людей на любовь к родине, на какую-то гражданскую общность, на воспитание молодого поколения в патриотическом духе. По условиям конкурса каждое учреждение культуры представляло 15-минутную программку в рамках года литературы. Прозвучало множество песен, стихов, фольклорных зарисовок на тему русской классики. Вспомнили пушкинских героев, первый бал Наташи Ростовой, пронзительного поэта с трагической судьбой Сергея Есенина. Коллектив каждого поселения поразил зрителей своей искренностью и оригинальными идеями, способностью перевоплощаться. По итогам конкурса на лучшую концертную программу гран-при удостоилась Огудневская централизованная клубная система с программой «Донские рассказы» Шолохова. Первое место разделили щелковцы, Щелковский районный культурный комплекс, городская библиотека и Дом культуры «Спутник». Приз зрительских симпатий завоевала команда из Пушкина. Ольга Аржанова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».